для человечества. Родные земляне, на связи коллектив вознесенных владык Тимус. Благословение, мы Тимус, мы коллектив вознесенных мастеров. Вокруг вас и внутри вас постоянно находится огромное количество энергии. Вы сами выбираете, какие энергии активировать и на какие энергии настроиться. Вы выбираете, какие энергии впустить в себя, независимо от того, знаете ли вы об этом или нет. Все и вся – это энергия, включая мысли и эмоции. Поэтому все мы в этой вселенной всегда работаем с энергиями, независимо от того, знаем мы об этом или нет. Теперь, когда вы пробудились в своей человеческой форме, вы можете выбирать энергии, с которыми хотите работать более осознанно. И для этого вам нужно лишь поверить, что у вас есть доступ ко всем энергиям, к которым вы хотите иметь доступ, а затем продемонстрировать себе, что вы действительно можете сосредоточиться таким образом, чтобы получить доступ к этим энергиям и активировать их. Вы вышли за рамки того времени в истории человечества, когда все, чего вы достигали благодаря своей способности перемещать физические объекты или извлекать их из земли. Конечно, вы все еще делаете эти вещи, и это совершенно нормально. Однако, когда вы выполняете работу энергетически, то движения, которые требуются от вас физически, становятся все меньше и меньше, и у вас появляется больше времени, чтобы наслаждаться творениями вокруг вас. А все вокруг – это ваше творение. Вы буквально создаете все это в тот момент, когда вы это переживаете. Существовали ли все эти энергии до вашего рождения в физическом человеческом теле? Да, но они не были известны и пережиты вами, и поэтому существовали скорее как потенциальные энергии. Вы настолько уникальны, что именно ваша уникальная вибрационная подпись необходимо для взаимодействия с энергиями, с которыми вы взаимодействуете, чтобы сформировать их в текущую форму. Вот насколько вы креативны и важны. И если вы можете поверить нам, когда мы говорим вам об этом, то вы можете пойти дальше, чем могли раньше с помощью своего ума, своих действий и широко распространенных убеждений. Широко распространенное убеждение – это не только то, во что верите вы, но и то, во что верят многие люди. И когда достаточно людей верят во что-то, они воспринимают это как истину, как факт, а не как убеждение, с помощью которого они создают свой опыт. Но когда вы замедлитесь настолько, чтобы обратить внимание на то, к каким энергиям вы обращаетесь, а к каким нет, вы станете лучше понимать, что вы считаете возможным. И когда вы сможете активировать энергию, которая раньше дремала в вас, тогда вы сможете начать познавать себя такими, какими.
какие вы есть на самом деле. Именно вы открываете этот опыт для себя и для Источника. И это огромное предназначение, которое вы все должны выполнить. Поэтому осознанный выбор энергий, с которыми вы взаимодействуете, является достаточной целью для любого человека в любой жизни. И так получилось, что сейчас вы все готовы взаимодействовать с большим количеством энергии, чем когда-либо в истории человечества. И это объясняется тем, как много жизней было прожито, и как много пользы вы получаете не только от своих собственных других жизней, но и от всех остальных, кто когда-либо вдыхал воздух здесь, на планете Земля. Это захватывающие времена, и вы можете радоваться им, потому что вы – те, кому посчастливилось воплотиться на Земле во время вашего вознесения и нашего вознесения к тому, что будет следующим для всех нас в этой Вселенной. На этом пока все. Мы – Тимус. Мы – коллектив вознесенных мастеров, и мы всегда среди вас.